Всем привет! Давай затюнингуем Support Car с интересным таким дизайном. Вся такая угловатая. Называется Invetero Kokuet D10. Как-то так. Стоит всего 1 510 000. Для спорткара скорость очень неплохая, ускорение сойдет, 4 деления можно прокачать. Торможения нету, вообще там одно деление из 5 и хорошее управление. И должны еще колеса светиться, диски. Давай посмотрим, что тут можно запихнуть. Броня. Times, тормоза 35. Тут все идет по стандарту цены. Передний бампер. Куча вариантов. Сплиттер с прорезью. Такая лопата. За 4600. С прорезью и канардами. Появляются пипки с двух сторон. Гоночный. Более заостренный. Гоночный с пипками. И еще лопатнее. За 14 тысяч. Охренеть. Вот это. Капец она будет. Поряжена сила, наверное, будет дикая. Хотя это только лишь, наверное, со виду. Также тут нормальный ассортимент задних бамперов. Еле заметно. Это хреновина, диффузор. Диффузор с этими канардами. Диффузор тюнер чуть более заметный и с канардами 15 практически 1000 стоит. Давай такой, что там дальше, двигатель, прокачка 33 тысячи. Дальше идет глушители. По стандарту стоят такие квадратные. А здесь они маленькие квадратики, уже по два. Спортивный карабон. Посередине две круглые с карабоном. Здесь диффузор. Что нам меняет? Полностью вот это меняется. Тоже они такие прямоугольно-квадратные. И тут под карбон. Ну, любой вариант интересно выглядит. И этот. Даже стандартный тоже неплохо. Ну, давай полный. За 10 тысяч. Решетка радиатора. То же самое, только из карбона. А далее тут под основной цвет. Карбон и панель дополнительного цвета. А пусть белый. С основным цветом. Там музыка, фары. Цена на все то же самое. 7000. А не он поставить. В любое место. Есть раскраски. Давайте что-нибудь мощное. Черная гоночная полоса. А где? Где две полосы? Тут белая. Белая на белом. Вот они, две. Как же без них? Две широченные полосы.
Ну, тоже нормально. Тут они белые. А здесь с обводкой. То же самое, только желтый цвет. Пиво Патриот. Бир Патриот написано. Под флаг сделано. Тут капец какой-то. Куча треугольников разноцветных. Буйство красок называться. Заехал. Называться в кучу красок разноцветных. И камуфляж есть такой за 25 тысяч. Есть такой камуфляж. Типа на, под самолет сделано. Ну как-то без раскрасок вообще. Примитивно. На что-нибудь поставить. Например, такой. Еще будет прикольно, если эти краски можно будет настроить под свой цвет. Хотя и так нормально. Номер. А можно такой оставить. Окраска. Хром. Хром поверх. А дальше. Меняется цвет. Да, можно поменять. Меняться, наверное, основной. Меняться здесь. Ну, еще должен тогда и дополнительно меняться. Сейчас посмотрим. Дополнительный цвет. Где что поменялось? Ничего не видно. Не вижу изменений. Может, сзади? Ага. Похоже, ободок какой-то. Колеса, вот диски. Здесь ободок такой идет. А каемочка. И диски. Значит, диски должны светиться. Можно поставить желтый. Где желтый? Желтый будет лучше видно. Цвет обивки. Что меняться? Во. Полностью панель. 68 вариантов. Раскраски. А раз машина яркая, можно что-нибудь и в салоне запихнуть поярче. Например, вот так. Your cosmetics are on point. Эмблема ставится на дверь. Эмблема банды. Крыша. У. Кабрио. Почему не кабриолет, а кабрио? Снять крышу $700. Неплохо. Но она бы на ходу бы во время там езды задвигалась и убиралась, было бы намного интереснее. И в каждый же раз в салон заезжать, чтобы убрать или поставить крышу. Дополнительный цвет. Карбоновая крыша. Чем карбоновая отличаться от стандартной?
Просто отражение пропадает. Поставлю кабрио. Воздуха заборники на крыше. А здесь такая пипочка появилась. Тут дополнительный цвет карбон. Он не отражается. Карбон покрашен в краску. В общем, маленький и побольше. 8000. Ху-ху. Ладно, давай за 5. Есть пороги. Пороги крыльчатые, дополнительный цвет и карбон. Ну тут карбон появился. Давай под основной цвет. Спойлер. Уже стоит маленький. Карбоновый написано, но он красится просто в другой цвет. Уличное крыло. Тут уже побольше скамеечки пошли. А гоночное. Скоростной. Уже под карбон. Во. Настоящая скамейка. Турнирное крыло. Тут якобы оно под карбон. Вот это крылище! Оно там настолько будет мощно прижимать во время езды, что будет вдавлять в землю. Наверное. Полоса на лобовое стекло. С этой раскраской никаких тут изменений не видно. Либо машину перекрашивать в другой цвет, потому что тут все одинаково выглядит. Дальше тут куча вариантов подвески. Давай низку буду скрести. Машины асфальт. Трансмиссия, полная уже прокачка. 5 делений, турбо, это тюнинг за 50. Колесики. Куча вариантов колес. Стандартные эти все были где-то тут. Должны новые колеса завести в новом обновлении. Везде ходы, но они там, наверное, под звездочкой новые. Ух ты, какие широченные. Сейчас быстренько посмотрим эти колеса, как смотрятся на этой машине. Тунер. И новая уличная. 30 вариантов. Ух ты, цены-то по 26 и выше. Ну как-то почему-то они не похожи на первое, на уже имеющиеся, слегка измененные. Вроде бы и новые. Но и они походят почему-то на старое. У них тут
шина намного уже. И тут под спортивное сделаны. Покрышка с низким профилем. Она оставлю такие светящиеся, которые по стандарту. Цвет не ставится на стандартный дизайн шин. Также улучшение пули, стойкость. Можно поставить дым покрышек. Можно запихнуть стекла. О, сбоку стекло появилось. Оно хотя и так и видно, но так намного виднее. Спереди не красит. Все остальное красит, включая сзади. И все. Поехали на улицу. Ух, как она долго жужжит. Сколько мощи. Мне кажется, дрифтовать на ней можно. Ига. Точно. Ни хрена мощи, что она в дрифте всю дорогу может ехать. Хороший спорткар. Вперед. Не крутится, только задний привод. Капец, вот эта мощь. Прям так подрывает. Хороший обзор спереди и с боков. Даже сзади видно. Сзади там двигатель. Салон прикольный, а руль спортивный такой, куча кнопок на руле. А давай поближе посмотрим. Тут карбон, тут фара. Одна большая и куча маленьких фар. Снизу под фарой поворотник. Тут все в карбоне. Бампер держится на палочках, чтобы его не вырвало при езде. Сзади клево выглядит. Кабриолет. Можно провалиться? А нет. Ни хрена. А давай заглянем, что там можно открыть. Ух ты. Крышка двигателя открылась. Неужели они это сделали? Дверь-то какая интересная. Полметра толщиной. Такое ощущение. Две педали имеются. Одна быстро ехать педаль, вторая помедленнее ехать. Что тут есть? Даже маленький багажник. Что-нибудь положить возле двигателя. Интересное решение. Кресло спортивное. Все как положено. А там что такое? Что за треугольник между креслами? Что это за баг? И с этой стороны его видно. Непонятно. И здесь багажник. Здесь уже побольше багажник.
Интересно, сделали два багажника. Даже здесь не поленились. Двигатель проработанный. Все видно. Каждую трубочку, болтики. Поехали. Ух, капец, она как стартует. Сколько мощи в этой машине. Закрывайся. Зато спидометр видно. Ни руль не перегораживал. О-о-о-о. Вот это дрифтующий автомобиль. Давай разгон. Ох, погнал. Да еще посадка сделана самая низкая. Как шустро набирает скорость. Из-за того, что машина дрифтующая, наверное, будет не самое лучшее сцепление. Хотя хрен его знает. Га. Осторожно. Расходись, я лечу. Ну, прикольно, ускорение набирает. Тебя тут опять приперло. Надо выехать в мою сторону. Окошко меня разбил. Погнал, погнал. Надо, наверное, было подвеску повыше сделать. Давай максималку. На спидометре там 140. Это как это так? На спидометре 140 было, как нехрен делать. Ну, подпрыгивает, да, с такой подвеской. Мне кажется, не лучший вариант. Надо либо на стандартно ездить, либо среднюю поставить. Иначе каждая кочка тут ощущается. Но все равно прикольно. По скорости эта машина должна нисколько не хуже суперкаров ездить. Ах, на бордюрах подкидывает. Давай, 140, что там? 150 было. В какую сторону? 10 оборотов там прокрутило. 5 машин тут куча повозила. Прижимат к креслу. Тормози!
можешь гонять. Интересно, какое-то управление, как бы управляться, но в то же время и не управляться. Но сзади, конечно, попроще. Что-то 130 там. Он спидометр и так показывает что-то, и так показывает. Но по скорости нормально гонят. Для этого спорткара за такую цену вообще нормально. Нет, и все-таки мне кажется, надо подвеску делать на стандартное. Ну уж что-то шибко подкидывает с такой подвеской. Вот так вот, двойной разворот. Зато можно дрифт накручивать. Не каждая машина так умеет. Ладно, на этом давай и остановимся. Машина, на мой взгляд, прикольно. 1,5 миллиона. Нормально, адекватная цена. Хорошая скорость, нормальное ускорение. Единственное, небольшой минус, это что-то с управлением. Оно вроде бы есть, и вроде бы его нету. Возможно, это все влияет из-за подвески. Может быть, стоит ездить на ней с максимальной высокой подвеской. В принципе, машина нормальна. А вы оставляйте свои комментарии, как вам такая машина, купили или нет себе. А на этом у меня все. Всем пока и до новых видео.